Добрый день, Good Game. Мы находимся с вами на финале чемпионата России по компьютерному спорту в городе Челябинск. На дворе 2021 год. Жара. И первого, кого мы поймали в этот день, оказался человек, не побоюсь этого слова, не школьник, Кинг Кобра. Спалили. Здравствуйте. Какими судьбами вас занесло на финал чемпионата России? Бюрократическими. А как же скилл? Ну, какой скилл там? В ПВП проиграл, потом сыграть не смог. Вот вышел с третьего места, как нубас. Но... В ПВЗ зергам тяжело. Ладно, для наших участников, которые не следят за Старкрафтом, в какой вы находитесь лиге сейчас и на каком месте? Ну, в ГМЛ, ну, там, в топ-100 где-то, я не особо слежу. Ну, то есть шансы на победу серьезные. Ваш соперник будет Когуар, я слышал. Как вы оцениваете его уровень игры и ваши шансы на победу над этим могучим протосом, креативным? Ну, Когуар очень силен на самом деле на турнирах. То есть на ладере он играет хуже, а вот на турнирах он прям сильный соперник, вот даже скиллус боится. Поговорим тогда о волнении, о боязни. Второй лан, насколько я понял. И что будем делать с нервами на сцене? Надеяться на лучшее. Ладно, может, стратегии какие-то расскажете. Фотонить будешь его, нет? Ну, я посмотрю, как он будет действовать в первых играх. Так-то... Я просто когда с Би играл вот, за выход в полуфинал, я хотел фотонить, но он просто первым оверлордом даже не улетал. Он просто на натурале висел и ждал меня. Я так посмотрел на это, ну, хорошо, ты без разведки, я без фотонок, давай играть. Ну, и сразу какой-нибудь там 16 Nexus? Ну, и просто сразу батонов. А, то есть две такие стратегии. Я просто давно за метой не слежу, то есть есть две главные ветки, да, это фотонки и батоны. В целом, да. Ну, в ПВТ и дизраптор есть. Так, хорошо. А как тебе место проведения? А есть ли какие-то пожелания организаторам, хотя они все равно смотреть, скорее всего, не будут? В целом, вроде хорошо. Ну, тут не играли, в клубе, вчера ходили в клуб, там скиллу сыграл DreamHack свой с братком, они прямо оттуда играли. Там так это все... Выиграли оба. Нет, скиллу со Стефана, браток с Milky Call. Ну, так, не, организовано все отлично, на самом деле, на высшем уровне, как по мне, там все хорошо. Там у людей некоторые проблемы с компьютерами были, с интернетом, я так краем уха слышал. Но в StarCraft случае все хорошо. Сцену уже видел? Да, с утра приходил, там проверяли компьютеры, загружали английский язык, его не загрузили заранее в StarCraft. Выглядит хорошо. Не, ну надо как-то что-то сделать с твоим волнением, потому что, ну, это не дело. Надо хотя бы сыграть на том уровне, на котором ты играешь дома в комфортных условиях. Что ты, какой у тебя план? Ну, вообще, я, конечно, расстроен, что на сцену поставили не скиллус, а меня. Мне было бы намного удобнее с клуба играть, там такая атмосфера хорошая, ну... Домашняя, так сказать. Так, не знаю. Фотонить-то можно, конечно, на автопилоте. Посмотрим просто. Я всегда волнуюсь перед турнирами, даже дома, когда тут уж как получится, не знаю. Мороженое съесть. С чем-нибудь. Так, ну если вдруг случится так, что ты возьмешь себя в руки и покажешь свою лучшую игру, обыграешь Когуара, ну, в финале ты с кем хотел бы сыграть? Ну, я бы предпочел играть с Матвеем все-таки. Мой ПВП просто самый худший мой матчап. Ну, боюсь, Матвей не справится со скиллусом. Так что... Окей, давай тогда перейдем к нашим пользователям Good Game. Что ты хочешь им сказать, передать, может быть? Ты довольно активно общаешься в темах на форуме. Может, у тебя есть какие-то любимые персоналии, которым ты хочешь передать привет? Ну, просто привет, бобры. Майкер, я за тебя болел искренне в турнире. Топтян ГГ. Мне было так обидно проиграть вообще. Я думал, что я справлюсь. Ну, там очень сильные конкуренты все-таки. Куда до них? Ну, хорошо, спасибо тебе. Надеюсь, мы с тобой еще пообщаемся, например, после того, как ты с чеком в руках на сцене будешь топ-1 махать. Мне кажется, чека, кстати, не будет, будет большой кубок. Ну, пусть и с кубком. Хотя бы так. Спасибо. Всего доброго. Пока, бобры.